Лёш, знаешь, скажи мне честно, что на тебя подействовало больше, рождение сына или олимпийская медаль? Ну, это все было поочередно, поэтому сначала рождение сына, а потом, конечно же, олимпийская медаль. И эти две таких счастливые, не знаю, даже не моменты, счастливые, можно сказать, радости какие-то, они оба этих момента очень прекрасны, и тут как-то сравнивать. То есть в совокупности получился общий результат. То есть и сын, и медаль, и все здорово. Разделять я как-то на данный момент не хочу, потому что это общее счастье. Летний, вот сейчас подготовительный период, когда ты сейчас уже тренируешься, ну, практически в самой успешной спринтерской лыжегоночной команде мира. А ты вот ощущаешь, что действительно вот ты как часть этой команды, и вокруг себя действительно, ну, практически лучшие атлеты в этом виде? Ты знаешь, Василий, та команда, которая была у нас до этих медальных результатов, до олимпийских медалей, она, в принципе, осталась такой же. Просто осознавая это все вокруг, понимаешь, что значимость нашей команды выросла, значимость тренера, значимость нас как спортсменов. Но в общем, в коллективе, в той атмосфере, которая была, мы остались такими же. И даже хотим занижать свои достоинства, чтобы казаться проще. Поэтому все здорово. Я считаю, что так и должно быть. И не должно быть какого-то высокомерия. А выходя на старт, конечно же, ты уже понимаешь, что ты спортсмен, который готов дать любому высококлассному спортсмену из, там, допустим, других стран, Норвегии, Швеции, и ты уже ставишь себя по-другому и психологически соображаешь по-другому. Поэтому в соревнованиях ты уже, конечно, как другой спортсмен, как вот именно медалист. А в плане обычных отношений, в плане команды, ты восхищаешься, ты горд, ты доволен, но ты такой же, ты простой спортсмен. Ты-то еще, ко всему прочему, стал третьим в спринтерском Кубке мира. Был же совсем рядом и со вторым местом, да, но первое достаточно далеко. Как вот эта вот вершина, спринтерский Кубок мира, он тебя волнует? У меня уже две медали Кубка мира в общем зачете. Это прошлый сезон 6-е место, в этом году 3-е место. И, честно говоря, хочется еще более высокого места. Но та медаль, которая за 6-е место, в том сезоне мне хотелось именно пьедестала, именно попасть, залезть туда. В этом году этого тоже хотелось, но главная цель были, конечно же, Олимпийские игры. Но потом, сопоставляя очки с ребятами, смотря, как там, кто как идет, конечно же, не хочется внутри российской конкуренции, и тем более внутри мировой, не проигрывать эти места. И поэтому, конечно же, отдавались, боролись за каждое очко в гонке. Но что наработали, то получилось. И поэтому 3-е место – это очень здорово. Даже в этом сезоне, в ближайшем? В ближайшем, но, как Юрий Михайлович, я не знаю. Опять-таки, бывают такие рассуждения, что Леша там может. И тут же, вот, допустим, мы вчера наблюдали картину, когда есть какие-то технические огрехи, есть еще что-то. И, ну, грубо говоря, получаешь по голове или еще как-то. Ну, просто как сказать проще, нет предела возможностей и идеала. И поэтому те эмоции, которые высказывает тренер, они должны быть. Ты должен исправлять и именно таким действием повышать свой уровень в спорте. Поэтому как бы работаем, и опять-таки повторюсь, стремимся к большему. И я надеюсь, что 3-е место, оно останется где-то там, и все-таки будет не медалька, а что-то побольше в виде маленького глобуса.